Всем привет! Это канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван. Я играю в Skyrim Special Edition на легендарной сложности. И я прохожу за вампира! Но это не главное. Подумаешь, вампир. Про Турнакса я оставляю живых, и мы отправляемся дальше выполнять главные задания. Подготовить ловушку для Одавинга. Да, друзья, я прохожу главный квест и... Да, 204 серии я прохожу главный квест. Ну, такое бывает. Такое иногда бывает. Я просто так хочу. Я просто так люблю играть в любимый Skyrim. Так, ну что ж, пешком я сейчас не хочу бегать. Побегаем еще потом. Сейчас мы отправляемся в Драконий предел. И будем готовить ловушку. Ловушку, чтобы заманить дракона. Настоящего, огромного дракона. В огромную ловушку. Ну, все вы это все знаете. Да. Пойдемте. Так, с кем это мне нужно сейчас поговорить? Или не с кем? А, по-моему, мне нужно просто-напросто сейчас отправиться на балкон. И там мы поговорим. На тот огромнейший... А, нет. К Ярлу, что ли? Ах, да, сначала к Ярлу. Ладно, пойдем. Так... Обходим. Я, наверное... Ага, вот он. Привет, просыпайся. Говорите. Не знаю, у меня инстинкт сработал какой-то. Захотелось немножечко попытаться, потом думаю, стоп. Стоп. Нужно держать себя в руках. Мы готовы, Довокин. Дай только знак. Все ли готово для поимки дракона? Как я и обещал, мои люди готовы. Большие цепи смазаны. Мы ждем твоего сигнала. Пора. Мои люди знают, что делать. Сделай только свое дело. Я доверяю тебе судьбу своего города. Призвать Одавинга в Драконий предел. Ну что ж, пойдемте, друзья. Пойдемте, призовем его. О, а можно флажок? Блин, я хочу красненький. Красненький хочу. Ладно. Давай, зови своего дракона. Мы готовы. Он, по-моему, уже летит. Да, крики. Вызов. Душа дракона одна. Дюрневира, у меня одна душа, ребят. Я не смогу вызвать. А-а-а, как так? С одной душой 100% не получится. Секундочку. Простите, я случайно. Давай теперь мотаем. Все, забыли. Давай. Блин, это дал. Так, нужно сначала вызвать. Да, по-моему, нифига не выйдет, друзья. По-моему. Зови своего дракона. Мы готовы. Ничего не получится. Зови своего дракона. Мы готовы. Ух, сейчас я горло подготовлю. Юр! Он Юру позвал, по-моему, да? Какой странный город. Он такой открытый. Ты хочешь заманить сюда дракона, да? Не, ребят. Ничего не проканает. Там же было сказано, что должно быть три
3. Ну что ж, это как бы прекрасная возможность опробовать нашу любимую заморозку. Тут у нас очищено. Куда бы отправиться, где обитает дракон? Ну, на самом деле, наверное, сейчас на любую локацию можно отправиться, везде будет дракон. Потому что они там почему-то восстанавливаются заново, и я думаю, сейчас не составит труда. Только вот что день. А так все нормально. Возьмем крик. Как раз опробуем наконец-то мою заморозку. Надеюсь, это не... А, стойте. Господи, у меня же замечательный драконобой есть уже. Че я сейчас до сих пор юзаю? Другие крики. Так, стоп, дружище. Погоди. Вот, я просто хотел проверить, легенда, не легенда. Ну, привет. Давай, дорогой. О, там еще один. Тут прям комбо, сразу два прилетело. Ребят, вы как раз по адресу. Все супер. Так, давайте, наверное, на более открытую местность. Он, наверное, стесняется. Там слишком узко, он не пролезет просто-напросто. Так, готовимся. Готовимся. Там он, второй дракон. Ну, нормально. Тут целый пак. Попал, не попал? Да, по-моему, попал. Так что сейчас мы ему покажем. Приземляйся, дорогой, приземляйся. О, да! Но! Секундочку. Огняной. Да. Ну, мы же вампиры и страдаем от огня, и очень больно. Давайте сразу белый флакон, так как он нам помогает. Очень, очень хорошо помогает. Сопротивление огню. Наконец-то я понял, зачем они нужны. Но! Умираем! Ого. Вы видели, как он меня куснул-то? Но! Получай! Я быстро умираю, но и быстро убиваю. Давайте заберем без... Воу, тайдрический боевой молот чародея поглощает 30 единиц магии. Я не могу двигаться. Ну что, мне нужна душа. Без души не принимается. Давай. Давай. Распадайся. Для этого, наверное, какой-то баг связан с тем, что второй дракон появился, и я теперь его не смогу призвать. Ну, конечно, конечно же, ребят. Черный рынок. Итак, мы снова встретились. Слушай, ты можешь мне помочь, а то что-то душа... Ладно. Уверен, мы сможем договориться. Сможем, говоришь, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это всегда так увлекательно. Ого. Да, ребят, да, скоро будет. Дейдрическая броня. Эпичная. Эпичная дейдрическая броня. Эх, будет. Обязательно. Так, сейчас я тут все попродаю. То, что много весит. Вот, например, как косточки, шкура. Подождите, кора поющего дерева, она у меня осталась? Как трофей? Что с ней делать, ребят? Я думал, она исчезнет, а она осталась. Ну, опилочки такие у нас остались. Прикольно. Я как-то не обращал внимания. Это все... А, и нож остался. Вау, ребят. А что, если мы сейчас отправимся в то дерево... Как оно называется? Ну, это большое дерево. И попробуем тоже снять с него... шкуру. Ну, наверное, все на меня обидятся там, но может можно что-то добыть уникальное, потому что они оставили эти артефакты. О, у меня еще стал грим есть, он, по-моему, тяжеленький. Чашки, череп, даже лошадь есть, которая нужна. О, милый Аблирия, скоро я вернусь. Да. Баги.
Баги, баги, баги. Здесь со мной случился, знаете, какой баг? Меня так просто не убьешь. У тебя множество вещей, которые я бы сам. Господи, как я же забываю это вечно их переключить. Драконобой. Купил. Мне так нравится. Что мне дали крики, которые не должны были давать. Ну капец, он куда-то улетел. Он свалил. Он просто свалил, этого убили, душу не получили. А давайте посмотрим. Не, ничего мы не получили. Не было аж эффекта. И вы посмотрите, куда он улетел. Он просто в небо улетел, увидели? Я такой первый раз вижу. Первый, я второй в космос погнал. Ладно. Давайте этого дракона навестим. Блин, ребят, ну я не знаю. Ничего не имею против темноты, но я уже и так столько времени проторчала в пещерах. Следующий клиент. Приветик. Иди сюда, малыш. Давай. Приветик. На! Получай. Три удара, ребят. Не, мне все-таки ледяные лучше, в любом случае. Твою ж березку. Неужели я все-таки хапанул тот бах, который связан с непоглощением драконов? Или это связано с тем, что я этих драконов уже побеждал, и типа, шиш, друг, ты уже душу их не получишь, потому что ты их уже побеждал. Вот это да, ребят. Вот это вот действительно печалька. Вау, заберу. Печалька. Ладно. А ну давайте сейчас проведем эксперимент. Я отправлюсь сейчас на остров. И отправлюсь... Если хочешь на борт, поговори с капитаном Гиалом. Так, белый флакон вновь полон. Вот, мы сейчас отправимся вот сюда. Расправимся с грабителями, которые там сидят. Ребят, привет. Не стоило сюда приходить. Тут он один сейчас. Непонятно почему. Изначально их тут два. А сейчас просто главарь бандитов. И здесь есть островок. Здесь есть небольшой островок. Вон он, видите? Мы сейчас превратимся в лорда. Не знаю, почему так делаю, но это более атмосферно. И погнали. Так, друг, давай, лети. Вот. Я думаю, это максимально быстрое перемещение по воде, ребят. Максимально быстрое. Я просто не помню, я этого дракона побеждал или нет. И вообще, он сейчас тут будет? Да, я уже вижу его хвостик. Возвращаемся обратно. Давай. О, да. Так, куринирно. Вот наш дракончик. Сейчас мы его уложим. И если этот... не сработает, то, ребята, у меня явный баг будет какой-то. Я не знаю. Тут страшный баг. На! Получай! Так. Это огонь, ребят. Это тот самый огонь. И риклинги прибежали побеждать, но... я покоюсь мира. Я поплыл, ребят, я поплыл. Да. Сегодня прям какие-то файтинги с драконами. Да нет, в любом случае мне максимально... Хотя, если это этот остров, может быть, будет ближе с этой пещеры. О, милаха! Как я его давно не призывал.
Так, наверное, риклинги сейчас, да, опять будут. А нет, тут только... А отстань. Отстань, 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 отстань. Превращаемся. Превращаемся в лорда, в полетели, полетели. Да что ты меня дамажишь, что летучие мыши? Прикольно. Не пойму, с чем связано, ребят, смотрите. Ну ладно, это уже не важно. Превращаемся обратно. Давай, давай, давай. Сори. Так, сразу давайте, наверное, выпью зелье. Сопротивление огню. И поехали. Сохранимся. А то опять проглотят. О, приветик. Тут где-то еще один. Он прям гудит. Воу. А что это он сейчас холодом? Или он может и огнем, и холодом? Ну ладно, тем лучше. Тем лучше. Давай, дорогой. Приземляйся. Это я покажу Кучкину мать. О-о-о-о. Господи, он как ящер какой-то. На! Ребят, это какой-то сильный. Я не знаю, он что-то сильный. Он очень сильный. Получай. Не, нормально, все. Все. Какая-то анимация добивания, но почему-то показывают вообще ничего не видно. А, я забрался наверх. Блин, ну почему так неудобно показывают? Я не могу, главное, мышка подвинуть. Сработало это глобально. Да! Да! Да, ребят. Тех драконов просто-напросто я уже побеждал. И мне нужен был какой-то новенький, свеженький. Да. Первая душа готова. Забираем лут, лут, лут. Две мирские сапоги. Душа, душа поглощена. Да. Да, 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 да. Ребят, привет. Тут у нас есть какой-то скелет и сундучок. Казалось бы, какой-то остров, знаете, с драконом. Сундук, где много драгоценных камней. Ну и все. И больше ничего здесь нет. Я когда первый раз увидел эту локацию, думал, это какая-то, знаете, секретная локация. Какой-то островок далеко от всего находится. Но, к сожалению, здесь, кроме дракона, больше ничего такого интересного мы найти не можем. Я вот не знаю, если я сейчас того дракона еще одолею, может быть, мне тоже дадут душу? Давайте попробуем, я просто не помню. Я, может, его не бил, потому что на легендарной сложности я проходил Skyrim, остров в самых-самых-самых первых сериях. И я тогда в основном бегал от драконов. Так что вполне вероятно, что сейчас, если здесь повалю драконов, то души мне дадут. Да. Так что мы отправляемся. Отправляемся вот туда. Сейчас я вот здесь забегу. И там есть дракончик, который ждет меня. Там еще и драугров. Дофигища. Но мы с ними справимся. Обязательно справимся. Сейчас больше я хочу побегать не в облике лорда, а в облике... Хотя, честно говоря, ребят, вы такое видели? Он просто умер. Я что, с ним просто мимо пробегал и один умер? Ну ладно. Пускай умирает. Неважно. Давайте, давайте немножечко сейчас я долечу туда. Не знаю, по-моему, когда он летит, точно такая же скорость, как если бы я сейчас на спринте двигался
Ой-ой-ой, тут Мишка дерется. Ну, пускай дерется с призраком. Тут уже несколько их было. А ты кто такой? Какой-то мах. Да ладно. Иди сюда, мой маленький. Иди, мой маленький. Ого. Ну, лед на меня не действует, так что мы сейчас быстренько его ушатаем. Говорит, больше ничего не умеешь. Погоди. Лови. Стой, 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 стой. Давай, давай, покажу тебе, что я не умею. Дорогой. Пока его держу. Его дамажат летучие мыши и... А, блин, промазал. Пока встает, мы его бьем, но он довольно сильный. Высокий эльф. Очень сильный. Ну, давай, не вставай. Господи. Это моя любимая магия у вампира, серьезно. Так, надо учиться левой, правой. Левой, правой. И попробуем добить его. Но это мах, он сейчас будет хилиться. Так что нам не нужно расслаблять булки. Попробуем сейчас провести какую-то мощную атаку. Ну вот, я провел мощную атаку, он не добивает его. Просто не добивает. Ладно. Полетели. Вот здесь, друзья, есть один из драконов, который, по идее, должен дать мне душу. Давайте сохранимся. Вот он, милаха. Так, 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 нельзя еще, ладно. Возвращаем облик. Давай, давай, давай. Ага, ага, ага. Там драурги. Пойдемте. Пойдемте с ними справимся. Так, я посмотрю, что у меня за магия. У меня тут паучки остались. Древнее знание. Драконья кожа просто для того, чтобы у меня иллюзия качалась. Ребят. Ребят, привет. О, малыш. Привет. А ну давай. Давай, давай, давай. На. Получай. Просто на изи, ребят. На изи военно-начальников. Лед против льда. Да? Неплохо. Но лед вообще на меня не работает, ребят. Ну, он разве что замораживает. На. Получай. Распадаемся. Так, там у нас лучник. И мне нужно улучшить. Точнее, прокачать. Точнее, зачарование. Ой, как он быстро умер. Так, дракон. Дракон, дракон, дракон. Ага, тут еще один военачальник. Привет, милаха. Два. Просто с трех ударов, ребят. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давайте, наверное, сразу в предметы. Я юзну белый флакон. Сопротивление электричеству мне интересно осталось. Нет, ребят. Господи, я не успел. Не успел. Да, ребят, да, не такой уж мы и имба, оказывается. Так что все равно, сохраняйся почаще. Огонь также наносит колоссальный урон, но если мы сейчас, наверное, юзанем крик драконобой. Пока он там. Достанем наш и вызовем его сюда, пускай приземляется. Давай, давай, малыш, иди сюда. Сохраняемся. Он сейчас с ними будет драться, на меня сейчас не будет обращать внимания. Что это было?
Вы видели такое? Я первый раз вижу такой баг, когда дракон пытается ударить. Ух ты, гад. Давай, не взлетай. Как хорошо, что крик перезаряжается очень быстро. Крайне быстро. Так, силы у меня нет. Так, оружие, оружие, оружие. Мне срочно нужно заморозку зачарить. Чтобы мы могли часто больно бить. На! Поехали. Ой-ой. Ой-ой-ой. Успокаиваемся. На! Получай! Отстань! Я сейчас с ним дерусь. Готов? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нифига себе, он меня куснул! Блин, тут мои милахи пробегали. Поприбежали риглинги. Давай помогать. Самое интересное, что раньше они пробегали... Душа поглощена, друзья. Отлично. Раз. Два. Не, ну с трех ударов. С трех ударов валим всех. Получай, гад. Заберем. Как всегда. Как всегда, всегда, всегда. Ну, черный рынок спасает. Заключим-ка сделку. А давай. Давай, давай, заключим-ка. Лук продадим. Спросите вы меня, почему я ему продаю, когда у него нет денег. Да, элементарно. Это связано с тем, что я качаю себе красноречие, ребят. Да, красноречие качается, даже если у него нет денег, а вы просто ему продаете какой-то лут, который вам выпадает крайне часто, то почему бы не покачать? А красноречие прокачать не так-то просто. Так что я просто избавляюсь от крайне тяжелых вещей. У меня куча ингредиентов, которые нужно. У меня он капуста из... 203, но у меня 23 штуки, я никак не приготовлю себе, не знаю, давайте лук парей не найду, несчастный лук парей, господи. А, у меня еще стручки душ, но все равно это 10 килограмм, 100 штук по 0,1 это 10 килограмм, ёпрста, я их же не отдал. У меня еще пауки, которые тоже 24 паука, и они весят дофигища, они по 0,5, смотрите, сколько у меня, мне нужно поразвлекаться. Вау, ядовитый паук. Да, наверное, мы скоро покидаемся ими. Мне так нравится иметь дела со смертными. Так, тут у нас еще три противника. Один на изи, который распадается просто с одного удара. Потом... Привет. Ой, прости, прости, прости. Чуть не задел. Чуть не задел нашу девочку. На! А ну давай. Покажи, что ты можешь. Ой, господи, обожаю эти добивания. Прикольно. Ну что ж. Я заберу только драгоценные камни. Ну, еще можно монетки, колечко и... Все, ребят. Все, все, все. Мы получили. Мы получили две души, которые нам не хватало. Мне, кстати, нужно почаще отправляться на Солстейм и поглощать там души. Там же я вообще драконов не убивал. А сейчас в Скайриме я очень много. Во многих местах поубивал драконов. И как бы теперь они просто не дают души. Так что все нормально. Господи, я уже думал, что это баг. У меня просто был когда-то... Давно, не в этом прохождении.
такой глюк, что я вот любых драконов, даже каких-то новых, находил, и души не поглощались. Сработал какой-то скрипт, и чтобы его исправить, там не пришлось, короче, все переигрывать. Это было печально. Но дело в том, что у меня тогда не было интернета такого основного, я не знал, что можно ввести какие-то консольные команды. Вау, вы только посмотрите, какой красивый вид здесь открывается. Это да. Ну что ж, крики, вызов, последняя душа. Мы готовы, начинай. Юр! Что? А? Юра? Его просто Юра зовут. Реально. Его зовут Юра. Давай, зови своего дракона. Юр! Что за черт? Юр! Это он? Юр! Он почему-то не кричит. Юр! Что? Здесь так светло. Не понимаю, как ты это переносишь? Что за черт? Давай, зови своего дракона. Мы готовы. Чтобы понимали, я пытаюсь крикнуть. Сейчас, подождите, давайте подождем. Нажимаю кнопку, держу, но все как обычно. А он просто прерывается. Может, нужно подождать ночи, я не знаю. Юр! Вот, смотрите, что это такое? Крики. Все. Юр! Ты хочешь заманить сюда дракона? Юр! Да? Юр! Что это такое? Юр! Мы готовы. Юр! 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 Не знаю, можно Юр! Сделать какой-то ремикс. Юр! Юр! Не знаю. Юр! Сюда дракона? Не! Не работает. Юр! Юр! Не! Мне приходится... Давай, зови своего дракона. Мы готовы. Давайте попробуем загрузить. Может, сработал какой-то баг, и только после обновления локации все нормально будет? Юр! 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 Вот он крикнул, но это как бы двумя криками или одним криком. Вот смотрите, я просто нажимаю быстро. Юр! Вот он так срабатывает. Но чтобы использовать все три крика, нужно дольше подержать. Может, нужно прям в небо? Юр! Юр! Ты хочешь Юр! Сюда дракона, да? Юр! Так, ребят. Призвать Адавинга. Драконий предел. Ребят, ну у меня никогда с этим не было раньше проблем. Не было. Не было, не было, не было. Я не знаю почему. Но... Почему-то... Вот стандартный крик работает. А с тем сработал какой-то баг. Все три крика. Больше не могу изучить. Я не знаю. Зови своего дракона. Мы готовы. А, ну да, нужно же подождать. Давайте сейчас еще подождем. Юр! Юр! Как будто мне не хватает глотки. Давай, зови. Юр! Мы готовы.
Это просто я один раз крикну. Тюр! Ребят, я не знаю. Я, наверное, поймал какой-то баг. Пожалуйста, найдите инфу по поводу этого бага и напишите мне, потому что, ну, это пипец. Что-то случилось, что-то сломалось. Вот, блин. Ладненько, друзья, пишите, что вы об этом думаете. Все, друзья. Блин, не показал. Я, честно говоря, хотел завершить этот квест, но не судьба, не сегодня. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всех жду на стриме. Все, друзья, это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Герой Иван. Пока.